Если видишь, что бежит три человека, унес куда-нибудь в сторону. Там, если побежал влево, унес левее. Если побежал вправо, обязательно в метку или можно куда-то туда он вынести? В идеале в метку. По два человека должны зайти, и в одну метку один. Все. На второй фазе ты тоже играешь всегда по глыбам. По глыбам. Когда сказали стопнуть урон, стопаешь урон. Когда сказали убежать, убежал. Главное, реагируй. Также по глыбам не играешь таким прям бурстовым уроном. Все глыбы до 20% отбиваешь, пока не сказали их разбить. А бурстить когда на третьей фазе только или когда? Бурстить в синдру, всегда бурстить в синдру. Ну, ты говоришь, что там 5 атак и стоп. Я тебе, к примеру, сказал 5. Следи за своими стаками просто. 5-7 максимум набираем. Не больше каждую не атаку, не каждую. Есть шанс, что на тебя повешается. Бывает, я понял. Ну, короче, бурстить сразу прям сходу. Да. Главное, все, смотришь, чтобы стаков было не больше 5. Все. Понял. 5, максимум 7. 7 это когда на хилах нет освобожденки. Если есть на хилах освобожденка, 5. Все. Я тебе буду говорить, это готовность. Сразу в босса не врывайся, пока не развернут его. Я скажу, когда бить можно. Бить надо босса Полинор, Илья. Так, все готовы? Босса бить всегда в левую лапу. Леня, сапрот. Во фрейм. Леня, выпей сапрот. Я выпил. Да. Да я понял, что ДБМ заанонсит, когда стаков много. Всё, тихо, стоп. Фу. Давай. Сейчас. Пока не врываемся в босса. Смотри, видишь фрейм босса? Подошел под левую лапу, но не заходишь во фрейм. Вадим, смотри, отлети. Всё, бурсил, следи за стаками. Три стака. Бей, мне это не надо озвучивать. Ты сам это должен содержать. Саня, закинь ПС. 3 хила с освобожденкой, смотрите. Аккуратно. Скоро притяжка, Леня убежал на лестницу снова. Быстрее. Молодец. Подбили еще. Все, все на лестницу подбежали. Так, определенно Марсес. Отлично. Подбиваешь метки, Леня, тоже подбиваешь метки до 20%. Смотри, бурстовыми обилками, когда там будет в районе 30%, уже не бьешь. Лестница центр. И бегай за всеми сейчас. Вот просто, чтобы тебя так не было, лучше меньше бей, бегай за всеми. Тогда не отхлебешься. Подхилите Леню, второй раз словил. Леня, бегай центр. За всеми. Близко. Добиваем быстро. Очень долго метки сейчас убили. Прям максимально долго. Под левую лапу. Саня, ПС-ка есть? Нет. Хорошо. Я скажу когда. ПС-ка, Сань. Давай. Блядь, сейчас притяжка будет. Ну, ладно. Отбежали снова. Молодцы. Сейчас то же самое, все бьем, смотрите аккуратно, под левой лапой. Убежали все на лестницу, вы с лестницы, на край лестницы, не бегайте его высоко, потом кучу времени убегаете в свою метку. Все остальные, на ком нет меток, поднялись, остальные забежали. Ближе еще встаньте, Полинор. Почему они сдохли? Не было щитов? Я на джанка не успел. На Йоме что сдохли? У меня сейва не было, не знаю, как это давал еще. Так их надо как-то озвучивать. Вот не разбивайте.
Стоп, там 30. Ты не разбейте справа метки. Ону, поднимешь Данка из морской наеми. Встанете после того, как разобьем метки. Макс, аккуратно. Разбили метки глыбы. Поднимаем людей. Под левую лапу. Или баф их сразу. Ну. Так, Вадим, у тебя будет дальше? Да. Будете передаваться тогда с Сацуны. Сань, поиск. Подожди, мы меня освобождем. Закинь кому другому. Андрина, тебе тоже освобождем. Я знаю. Побежали. Ну ёб твою мать. Ну как? Воком особенно. Зайди себе под лицо. Ребята, здесь, если все не будут идеально все делать, мы это не убьем. В одну метку встаньте. В звезду. Ты... Нет, просто сбегите все, прям все сбегите. Все в звезду сбегите. Ну, алло, Марсель. Ладно, вы выглядите, походу. Ничего, она там пойдет. Кто снаружи сдохли? Да не заходите. Да. А, здесь вообще рекаунт можете нахрен выключить все, чтобы вы в него не втыкались. Полностью закройте его. Здесь босс не на рекаунт. А на понимание. У всех сейчас забагался. Похер. Скиньте у кого-то с этого трая. Удис. Стоп. Рекаунт. Забей на рекаунт здесь. Не, я говорю, так. Забагался. Что? Сейчас будут минуса. Это был последний. Трай без минуса. Почему у тебя на замену будут тестить? Он писал ему, что-то отойти надо. Да мне с собакой надо пойти погулять, мужики. Я как минимум... Да, там хата пропущу. Нет. Так ты ее с этого на поводке с окна спусти, и все. Тебе надо сейчас уходить. Да, нет, нет, да. Мне надо уйти, все, я пошел. Когда мы в рейд, бета-тестер, потом присоединяешь, когда улетит, когда придет. Когда мы кинешь обмен за флаской. Тактику понял или нет? Я вообще не слышал ни слова. В двух словах, пока меня шумонит. Это как десятки? Да, да, как десятки, только 5 метров. Все то же самое. Только 5 метров. По 2 влево-вправо, 1 в центре. Все. Выносится. Да, по 2 метки. Это на первой фазе. Глыбу? На первой фазе, да. Все, а потом говорят на второй фазе. Засумоньте Кадаму. На второй фазе, если ничего не говорят, звезду, если говорят, то влево. Ну. В ромб. Обмен тебе, Сань? Да. Ну мы типа босса били, я типа все понял. Единственное, только не понял, как выглядит метка, если на меня кинется, что мне забежать надо будет. Стрелочка. А, вот эти да. Стрелочки, вот эти все, это вот просто надо будет метку зайти, если у меня она появится, и все. Да, в идеале с того же цвета, которого ты будешь. Вот. Смотри, когда скажется путь на лестницу. Значит, надо это, все в кучу на лестнице, на тебе станет метка ДБ, метки поставить на тебе, вот и бежишь, ну. Метка в метку. Все. Я понял. А какая на тебе метка, в 3D метку ты и бежишь. Ну ладно, погнали, рыба, просто, будем пулять. Босс проще даже, чем прошлый, типа тут. Так, не пизди, Лёня, все, поехали. Он не проще, так не этот босс проще, чем прошлый. Да, да, хорошо, хорошо. Что, никогда минуса будем давать? Что, вот сейчас уже с этого трая любой смерть минус. Сейчас я бафну еще раз. Сунный драм. Нет, сейчас это. Потому что два новых человека это было. Я все рыбу. Все готовы.
Погнали гулять. Все бьют в левую ногу, если кто. А кому стерилируется? Стерилию можно одну троянскому. Чтобы закидывать троянскому. Так, босса не бьем, пока не поставит Леня. Ой, Леня, Коль. Все, можете врываться. Когда мы не забывай про стаки. Иди за стаками. 5-7 максимум. Больше 7 точно не набирают никогда. Танечка, давай пёску. Убежала. Молодцы, убежали все. Ну, ДПС мне не стало. Все, сейчас на лестницу, на край, на самый край лестницы вышли, не поднимайтесь. Ну куда вы бежите? Ну зачем вы куда? Что непонятно, на край? Ну выбеги, трусы, либо луна. Молодец. Блять, Марта, две метки для тебя врезала. Право, шо близко. Блять. Скоро ВР. Метки до 20% подбиваем, доты не вешаем. Правую побить. По центру слева далеко. Правую, да, мало очень. Больше по урона по правой стороне. Слева далеко. Только не разбейте. Пока. Разбивайте все метки. А что это было? Это сорвали. Нет, его сорвали. Я уверен, что это правда было. Это нереально сорвать, там бы косарь этот. Либо таунт, либо отвлечение было. Таунт, наверное. Кто таунт нажал? Апокалипсис, либо таунт, либо притяжка. Во-во! Ну, это не точно. Да, стоп. Да, у меня, блядь, на притяжка в этом. Была только что в КД. Все. Да. Ой, все. Началось. Лаки, все. Ты ее подальше с панели убери, когда на ДБ играешь. Я вообще не знаю, что началось. Все нормально. Упали, побежали. Сейчас проблема была не в этом. Кто побежал в Луну, Квадрат и еще там Трейл? Марчик какой-то это. Леня, это ты был? Нет, не ты. Че, нет, я нормально стоял, встал. Подождите, я побежал. У меня в ДБМ на пол экрана высветил, что на мне метка. Втроем побежали. Не дергайтесь. Один человек застыл просто сразу. Один человек застыл минимум. Два, если додернуться, нормально. И побежали вдвоем в другую. Неважно, какую вы метку поставите вдвоем. То есть, главное, чтобы не три метки было. И чтобы не было кто-то, вот Маша сейчас встала между двумя метками, и в нее тройной урон залетел. Поэтому она умерла. Я и в рамбу стоял, вот фиолетовым. А мне до сих пор. Ром, не надо вообще бежать. Крест, для первой фазы запомни, крест, квадрат, луна. Сейчас я уберу эти трусы, потому что мне только не ставят. Крест, квадрат, чего? Крест? Вот, крест, квадрат, луна. А ромб для чего стоит? Для второй фазы. А, ну, то бишь мне надо было просто в крест забежать, типа вдвоем, типа в одну метку. А, понял, да. Двое в крест бегут, а двое в луну, типа, да? Двое в крест, двое в квадрат, один в луну. Либо один в крест, двое в квадрат, двое в луну. Либо двое в луну, двое в крест, один в квадрат. То есть неважно, куда два человека, главное не три. Ну, я понял. Из трех меток в две метки по двое сбегаются. И вот смотрите, включите вы, мать его, голову. Вот забежали вы все сюда троем. Что вам мешает в эту сторону одному или двоим людям выбежать? Ну похуй, больше урона придется. Чего вы бежите в этот центр, блин? Не привязывайтесь вы к этим меткам. Это в идеале, если вы так сделаете. Ну типа, кто уже шарит, как это делать, они уже на автомате это делают и... Это я сделал, чтобы у нас было максимально ДПС это. Но если вы вынесете туда в сторону, лучше в сторону вынести, чем сдохнуть.
и убьет его. Все, готовы? А ты дал минус тому, кто вайпнул на метку? Дал. На метку? Дали мне. На метку? На метку, говорю, блядь, не гриб. Я не видел, кто на метках, скажи ник, я дам. Это же другой вопрос. Там был сейчас метки. Сейчас, потому что к этим меткам долбанным привязывайтесь. Да будь забейте на метки. Сделайте, как я сказал. Бегите просто два человека, видите, кто-то побежал, главное вынести. И все. Похер тут какие-то метки, ты еще пока посмотрите, на ком какая метка. Просто запомните, два человека, ни в коем случае не три, и ни в коем случае посредине, между метками. Потому что пройдет тройной урон. Какая механика? У вас летит глыба, и она в АОЕ бьет. Будет два человека вас цеплять. Саня, можешь поездку закинуть. Урона больше, кстати. Там может освобожденки на двух словах. Что, вы что, не забегайте вы вверх, станьте на край лестницы. Да куда побежали? Все, побежали. Вот, молодцы, видите, красиво все. Похер какие эти метки на вас висят. Браво, далеко. По 20% все глыбы подбиты обязательно. Дан, смотри, урон получил. Право, близко. Доты ни в коем случае не вешайте. 20%. Право, близко, там же. Молодцы. Слева по центру. Последний, сразу разбивайте, как прилетело. Все, разбивайте. Все. Вот сейчас почти отлично. Ну, то есть в идеале она села, уже метки все должны быть разбиты. Вы можете даже меньше, до 10 там процентов подбить. Главное, не разбивайте. Освобожденка, один хил. Четыре секунды поиска. Пока не надо, не освобожденка. Закинь. После этой закинь, после притяжки. Притяжка приготовились убегать. Убежали. ДДшники можете сразу к лестнице бить. Боже, высоко не надо забегать, спуститесь вниз немного. Милики в левую лапу, во фрейм не заходите, будете отлетать. Можете сдохнуть. Иннер по сосуны из морски. Все на лестнице стоим на краю лестницы. По две метки сбежали. Все идеально. Молодцы. Супер. Подбили. По центру. И расслабьтесь, не следите там, кто над головой что летит. Главное, повеклось, но ладно. По центру близко. Аккуратно, гламур. Со всеми лучше себя бегать. Близко. Галя, Сацуны. По центру, близко. Не разбейте, разбивайте, извиняюсь. Тыщи извинений. Сейчас лучше сделали. Вообще идеально, кроме левой. Два хила сможем. Три хила освобожденка. Следите за стаками, сейчас меньше чуть набираете. ВСК есть. Десятки сам. Притяжка скоро приготовились. На вторую причастку, Саня, ты не забывай. На вторые глыбы ты с массой крови. Молодцы. Милики под левую лапу. Не забываем. Высоко не надо бежать. На край лестницы становимся. На кого метки, сразу побежали. Все остальные наверх.
На край лестницы, не нужно высоко Амалару подниматься. Да не переживайся. Все, побежал. Все остальные наверх. Супер, молодцы. Где? Право, где? Лестница. Право, лестница, быстрее перебежали. Нажмите сейф какой-нибудь, на всякий случай. По центру слева. Маша, аккуратно. Справа лестница, близко. По центру правее. По левым глыбам, сильнее, пожалуйста. По левым глыбам помогите, там центральную тоже разбейте. Сейчас немного хуже, но это не важно. Будем сейчас переводить босса, когда скажу стопнуть, если что, стопните урон по боссу. Давай, сэр. Короче, хилите на мне, Сборзинг. Один хил, Сборзинг. Переводим босса. Так, Лёня и все милики приготовились убегать в мили-зону. Переводим босса, РДшники в квадрат потом. Все, перебежали. Квадрат, РДшники. Бейте тупо по боссу. Милики, бейте босса. Я скажу, когда. Майлик в звездочку, все милики к РДДшникам, быстрее. Майлик. Нормально. Разбили, типа, все милики разбили. Майлика, все остальные бьют РДДшники. Идите за освобожденком. Темнеющая звездочку, все милики в этот. Темнеющую, смотри, главное за сейвиса. Обязательно. Блять, она фулового. Зачем будет играть? Возможно, третья метка. Сосуны в звездочку, милики убежали. Зубы по сосуны. Там уже стаков набрали миллион. Потому что Вадим криво вынес метку, поэтому мы не скинули. Милики стоят, блядь, и никто не убегает. Что мне делать? Это их проблема. Минус все получат, абсолютно все. То, что я стоял, бил, блядь, забей нахуй. У меня есть рывок, нахуй, который я делаю, блядь, в сторону этих, блядь, ебаных, как лестницы. Все. Что это ты, блядь, проблема. Это проблема для тех миликов, которые там останутся. Всегда выносите звёзды. Включите дикель мои правки. Начальник кислота. А, ладно. Ты вынес сейчас косо метку, мы из-за этого стаки не скинули. Там я на два шага я ее вынес. Там не прям критично было. Ну, смотри, два шага, это нам тоже два шага надо сделать. Ебать. Ну, сложно, да. Короче, ладно, забей. Темнеющая, кстати, из-за этого и сдох, из-за того, что стаки не скинул. Так, сопроты перепивайте все абсолютно. А есть сопроты? Кидайте обмен, если определенно. У кого там еще были сопроты? Есть кто-то еще? Вадим, кинь мне обмен, эти сопроты кину. И Майлику я определенно кидаю эти сопроты. Я взял. А, кидай. Че. Похован, надолго надо тебе отойти? Все, с первой фазы разобрались. Идеально делали. Все. Ну, чисто метки чуть лучше подбивать, и будет идеально прям. То есть, как должно происходить? Метки должны падать, но это не критично, это вообще пофиг. Будем еще массейф нажимать под каждую глыбу на второй фазе. Особенно важную глыбу. Важная это вторая глыба и потом еще. Пока что сопроты там не пей. Ох, Вован, ты скоро или нет? Или там, куда он пойти написал? Шансы убить есть. Главное всем все правильно сделать. Так, смотрите еще. Кто не понял на второй фазе, милики. Вы бьете босса. Еще какой-то человек бежит в звездочку. Вы отбежали в мили-зону, в РДД-зону. Когда я сказал пойти бить, пошли бить метку. Когда я сказал не добивать ее, не добивайте. Этот момент. На второй фазе. Иногда будет момент, когда я скажу вынести в ромбик. Значит, побежите, выбежите в ромбик. Ч
человек с меткой. А так всегда тупо в звездочку ставьте, но ни в коем случае не лапрейм босса. И не забывайте про свои прожилки. Если они есть, вон темнейший, ты мог 50-50 там прожать. Когда бежишь с меткой, не забывай про свою... свой сейф. Вы поможете килам, во-первых, поможете всему рейду. Так, ставлю рыбу. Кушайте рыбку. А она метка вообще рандомно кидается, или если она первый раз упала? Абсолютно, тихо, абсолютно рандомно кидается. Может кинуться на любого, кроме танка, который танчит. Это. Типа, блин, я за вот этот трай 3 раза в глыбу превращался. Это не важно. Ты можешь и каждый трай, каждый раз мне в глыбу лететь. СС ты давай эмобой по Ону, Лексиона по Изморскому и Джанг. Джанг, давай по танку какому-нибудь. Я думаю, по Хован не сдохнет. Давай по Коле. Сопроты все выпейте, обязательно. Я убрал труселя специально, чтобы никому не мешали. Вы сопротом либо ко мне, либо к Майлику. Кидайте обмен, ребят. Там, у кого осталось меньше 12 минут, перепивайте. Дайте обмен. Лексиона, ну что, ты тут? Даня. Все, все тут. Поехали. Не врываемся в босса, пока Коля не поставит. Под левую лапу. Давай плеску. Беги, малышка, беги. Взяли. Здесь морский дайвер, темнейший. Выбежали. Все остальные поднялись. Сань, не забудь посчитывать. Джон, ты что ты делаешь? Джон. Мне показалось, что он Сацуна еще летит. Сацуна нам появились. Дайте я Инер потемнеющий еще. Он сейчас сам глыбой отрегенится. Не важно, там много очень маленьких. Пусти на ТД уходит, закинь. Правый больше подбивать, еще вы левый херачите. Разбили. Сейчас максимально херовых с метками было. Майлик сдох. Подожди под лицо. Под лицо зайдите, разверни Коля в лид. Там. Во всех. Темнейшая минус, твой дай минус. Сейчас вопрос. Глазастами. Сколько? Был ли на джанке метка? Была ли метка на джанке? Я был. Не квест, а именно от босса. Я был. Вы следите за своим ДБМом, когда он умрет. Бежать, значит бегите. Не нахер забейте на эти метки нахер. Стрелочь. Похуй на эти метки. Да вам ДБМ заорет, типа беги, блин, беги. Вот тогда бегите.
Все, че вы агрите? Нами. Дальше. Мы же пришли учиться, ну вот учитесь, только давайте, не знаю, старайтесь. Не, если ты побегал, блин, как сдох, ёпта. Бабл на крайняк в ней, видишь, не успевая, зми бабл. Лучше засейвись. Я на ступеньках, значит, если ты на ступеньках помер, одно из двух, либо у тебя была освобожденка, по-другому не может быть. Освобожденка она мне была, вроде как на одном. Но он немного не добежал, там буквально секунду. Нет, обжигающий холод его убил. Обжигающий холод, значит он не на ступеньках был, не может убить на ступеньках обжигающий холод. Не, он чуть-чуть не добежал там, типа. Ну, значит, все. Труп долетел только до ступенек. Да, ну, я сколько, я вообще не добегаю, максимум до квадрата добегаю, меня ни разу не убивало. Ну, он просто тебе синдра черка дала, чтоб пошустрее. Кушайте рыбу, да погнали. Лишнее время будем тратить. Три баф дали? Дакшиона, меня не слишком сильно бафает МКшка. Закинь МКшку. Ой, не Дакшиона, Марсес, лучше Дакшиона. Все, готовность. Давайте, собрались. Еще самое сложное — это вторая фаза. Первая, она простая. Мы на первой умираем. Вроде уже не умирали. Паш, ты тут? Похоже. Это просто везение было. Возможно. Будем надеяться, что нет. Просто метки вы нормально ставите. Вы что, нахуй запулите? Блядь, просто запулили. Пахлаван не пришел, куда спешите? Их не звал до БМПУ. Паш, ты тут, Пахлаван? На Пахлавана зубы закинет. Во время притяжки. Он на ФК. Давай я тащи ПС-ку. Закинь. Хотя он не сдохнет, Пахлаван. Не давай ему зубы. Я уже поздно отдал. Ну ладно. Не поднимайтесь высоко. Жаль. Вот. Что? Не привязывайтесь к этим. Джипси, что ты там делаешь? Добан. Хорошо, перебежал. Ребята. По центру близко. Лёня, аккуратно. Бегай по за всеми, центру. Тебя не будет дамаж. Далеко. Не будет дамаж. Да, Лёня. Моё, блядь. Лестница за центр. Ганг. Лестница справа. Метки. Все, разбивайте. Молодцы. Два хила освобождем. Два нормально. Один. Смотри, сейчас так все равно много не играете. Было проще. Скоро притяжка, через 2 секунды приготовить. Морский, я не сдохну. Маска, давай БР по нему. Есть Саня, БР? Дай щит по мне. Поднимите из Морского по ХП, высоко не забегайте, чего вы все высоко бежите? Все, Саня, себя защитуй. Молодец. Все. Лёня, бегай ты за всеми. Во фрейме людей. И ты никогда не будешь получать.
Полинор, блядь. Справа. Не разбейте только, стоп, нет. Все, разбили, Маш. Хватит ловить урон. В Хэмке это сразу смерть. Там никто не выживает. Повели глыбу, эту метку, урон от глыбы этой, сразу смерть. Два хила освобожденка. Поиск. Пока не надо свои айки. Закидывай. Скоро будет причастка, приготовились бежать. Сейвы, Коля, отдавай ты на лед. Молодцы, убиваем босс. Три хила, скажем, четыре. Следите за стаками своими аккуратно, очень. Четыре хила, это очень много. На лестницу не бегите вы высоко, ну что вы, блять, туда поднимаетесь? Вот Маша, что ты там делал? Что ты там делал, эмобой? Я вот не могу понять, что ты. Выше квадрата, не поднимайте. Право там же. Выкачи время, аккуратно. Центр. Не разбейте метку. Справа близко. Справа близко. Разбили все по центру, больше урона там много хп. Левые добейте тоже. Будем переводить босса. Когда 35% у босса милики и остаются бьют. РДДшники. Бегут в квадрат. Один хиос. Переводим босса. Один процент. РДДшники в квадрат. Сейчас первая метка в звездочку выносится. Милики, когда выносится. Ренессанс, звездочка, в милики в РДД зону. Разбили метку, РДДшники по боссу потом. Определенно. Все в эту, в зону. Почти у меня. Меня до 20% разбиваете. Не разбейте глобу на глыбу. 20%. Отошли оттуда. Отошли от глыбы. От глыбы отошли, да. Сейчас пройдет каст и разбили. Разбили. На Йоми выбеги в ромбик. Играем по. Кот правее. Разбили оба, две все играть, и РДшники, и милики. Следующий в звездочку несем. Полинор побежал в звездочку. Милики свалили с центра. Свалили. Разбили Полинора сразу. Играем по боссу. Темнеющая звездочка. Милики свалили. Разбили сразу же. Следующую метку до 20% только. Ждем притяжки. Подожди еще. Следующая метка 20%. Марсец побежал. Звездочка, милики свалили. Прожмите там что-нибудь. Заставите Марсеза, главное. Я его не вижу. Все, до 20%. Отошли. После ёбни разбиваем. Все разбили. Дали Геру, потом играем по боссу. Гламур выбежал с звездочку. Милики свалили. Гламур. Сука, ну! Разбиваем метки, быстрее.
Блядь, меня пизда, походу. Шутники выбежало куда-нибудь. В ром. Все, разбили. Метки вначале те, которые прошлые заморожены. Потом по шнуркам. Дальше к звездочку следующую. Выносит метка. Майлик, звездочка, прожмите. Саня, закинь мне зубы что-нибудь, а то я сдохну. Я 50 на 50 дам. Отлично. Сыграли по Майлику. До 20% его. Не разбейте только. Стоп. Следующую метку, Мавар, выбеги в зромбик. Зромбик. Не разбейте. Не надо. Спрячьтесь, спрячьтесь за глыбу все. Сука, не разбейте. Отлично, отлично. Спрятались за другую глыбу. Разбили Мавара. Следующую звездочку выносим. Марсес звездочка. Побежал, мелики свалили пока от босса. Как только Марсеза приморозить... 40 секунд, персон. Идем бить босса. Все, метки сейчас просто нахрен куда-нибудь выносите, все просто бейте в босса. Есть тотем или гимн? Гимн, гимн закастуйте. Есть. Маша выбежала. Все, метки сейчас просто куда-нибудь выносите. Ну давайте, грустите, грустите, 5%. Войт выбежал куда-нибудь. 3%. Отдал гимн на хп. Сука, давай, гуши, блядь, град. О, Талик. О, блядь, Талик, нихуя. Что за печеньки ебаные, нахуй? Какие? Ну, это было максимально криво, потому что милики его шары. Убили бы быстрее. Ну, а что, нет, что? А хули бы отбежали лошпеды, блядь. Понятно, понятно. Как только к вам, милики. Саня, я заметил, да. Ты ни разу этим не пользовался. У нас глыбы долго стояли. Гимн на хп лечит глыбы. Да не обязательно, ты понимаешь, что... Ну, в этот раз было долго. Вот, смотри, если бы сейчас бы... Погоди. Сколько мне вообще отслеживать надо было? Смотри, если мы гимны бы только что бы отдавали, бы сейчас бы все милики сдохли от стака, потому что я гимн отдал, всех миликов поднял. Ну, я под конец просто бурстил, я уже 10 стаков накопил, что я знал, что надо, блядь, босса убить. А. Не, ну, грац, челики, вы молодцы. Чел, ты... теперь надо Лича убить, и да, будем молодцы. Босс говна, суперлёгкий, занерфленный. Я не знаю вообще ничего сложного, вы говорили тут сложно, блядь. Игра лёгкая сама по себе, главное просто правильно выбивать и всё. А чё, Лича кто-то убил уже в 25-ках? Да, конечно. Короче, тихо, у меня 40 час времени остался, поэтому, блядь, ну вы его шары, какую вальку опять? Похаван, умри, похаван, умри. Обожаю. Пошли бить, пошли бить. А, блядь, Валя. Это сорян, был похаван. Не я, нет, нет. Это был ты, я видел. Кто может символ гнева? Сань, мы тебя еще заменим кем-то, если народ останется. Да, окей, я только за. Надо убивать Лича по-любому. Я не знаю, честно, похвалан, поэтому сейчас не до этого. Посмотрим, блядь. Как эти... Пошли, сдохнем, мы быстрее дольше бить будем, наверное. Если... Или идите все бейте Вальку, либо сдохнем. Быстрее. А как все пойдут все на Лича? Блядь, вы черти, ну вот, сука, Илья, ну, падите просто, ну, не хейте. Я не старый, блин. Впереди кто-то пробежал. Да нет, стоял Полинор, мы отошли. Стоял Полинор, слева Вальк летел и справа подлетал. Я тебе говорю, Илья, я видел, что ты запулил. Честно. Давай просто с следующего КД убивать, чтобы такой херни не было. Постоянно тут их агрит, постоянно тут стоит из-за этого. Их проще. Я тебе могу сказать, один человек, который агрит, и не один раз уже. Какая разница? Нет, убить можно за минуту, за две максимум. Ладно, ладно, все, упадите, упадите, просто упадите. Так, теперь... Печенька, епешка, старт 700, как и вы его. Кадама 700. 700 раз. А за чё это? Печенька. Секунду, я...
Полинор 900. Давайте быстрее, а то долго. Воин, охотник, шаман, печенька. Гламур 1000. Полинор 1500. 2000 гламур. Раз, два, три. Все. Не загрите Вальку. Старая. Погоди, а все по центру побежали, убили ее? Нет. Она просто одна. Одну мы убили. Ну нет, ой, там не шли. Блять, я не успею пробежать сейчас. За сумоним, тихо. Не ходи. Подожди, меня запутал ММОБОЙ, блин. В итоге надо, я бы больше... Я буду нужен на лича или не буду? Да не надо что-то с босса убить. Еще надо. Я там по ЕП не заберу, ну только токен. Ну тогда сейчас разберемся, подожди. Кидай гламур мне. Какая пуха? Да, минус 2000. Все, давайте стоп фуд. Минус этот 2000 гламуру. Второй точно такой же токен. Рольте. 700 кадам, а гламур 1000. Полторы. Две гламур. Раз. Две гламур. Две полинор 2300. Раз. Два. 2500 гламур. Раз. Два. 2,9. Раз. 2,9. Два. 2,9. Ну, блядь, ну что вы такие тугие? Ну я же очень медленно считаю. Раз. Два. Три. Все, кидаем. Заебали число. Быстрее думать надо, ребят. Че так долго? Времени, говорю, не так много. Вы... Сань, просто вот этот режим роу включаешь, и все, в этот таймер идет. Кто 700, сотов, 700 старт. Давайте, локи там, фаермаги. 14. Так что, на 14400. 14400, короче. Раз, на Йоми 15. Раз. Два. Жесть. Три, кидай мне на Йоми. Ну вот, быстро. А я говорил, что за пятнашку она уйдет. Вот шаманы, учитесь. Не, ну а че яйца тяну? Не, Саня, был бы ты фаером, поборолся, да? Да я вообще смотки не утаю, мне главное. За токен второй кому отнимать? За токен Кадамия 3000. Нужно Будрейвена в рейд обязательно, он демон. Он очень сильно бафнет всех. Давай я пойду. Давай. Нет, ты не пойдешь. Смотри, Майликов хила, если что... А, ну давай, давай, ладно, иди. Майлик, давай в хила. Будрейвен, ты тут? Будрейвен. Все, Будрейвен в рейд. Смотри, Будрейвен. В один хила. Здесь хочу ужас, извините. Блять. Ну что, тут долго рассказывать, но расскажу. Так, смотрите. Здесь все запоминаются. Посмотрите, похвала на Будрейвена в Акате. Если выпадет дробяшка на хила, я ее спокойно... Разберемся, короче, дай ей рассказать. Так. В Акате, Зене, посмотрите, Будрейвена похвала на, чтобы все наглядно видели. Что будет происходить. Будрейвен еще сам. Женя, ты зайдешь к Акате? Если меня слышно. Саш, скажи, пожалуйста, где пропауч? Сейчас могу я буду курить. Еще раз? Скажи, пожалуйста, где пропауч держать могу, я буду. Смотри, будем здесь. Танчить босса, ты примерно вот здесь будешь танчить мобов. Ну, то есть сейчас провели прыг. Ну давай слева, давай слева, да, слева еще лучше. И смотри такой момент. Не, все нормально, это Коля будет касаться. Коля, ты потом перебегаешь, не как в обычке был, в десятке, ты перебегаешь уже в эту сторону. И с этой стороны ловишь иллюзий. То есть, чтобы ты был в противоположной стороне от Пахлавана, чтобы мирики там возле Пахлавана не тусили. Понял? Это на первой фазе. Ну... Сейчас, можно будет. Ну, хорошо.
Просто я БГшку регаю, ну сижу регать, не регать. Ну иди регай, какая разница. Попадешь на следующего, значит. Не столь важно, главное сейчас убить на все. Ну все, хорошо. Все, Женя зашел, значит будем такой пачкой бить. Так, сколько у меня там здоровья? 90 тысяч вообще есть должны убивать. Если миллионов. Этот. Первая фаза. Первая фаза. Что нас интересует? Все РДшники стоят во мне, я на себя квадратик поставлю. Там у меня будет, возможно, метка меняться. На первой фазе все стоят во мне. Милики просто бьют лича. Тупо бьют лича. Будет вешаться один скилл. Один скилл. На одного человека. Сейчас найду его. Чума? Да, блин, киньте кто-нибудь этот скилл в рейд. У меня забагался. Журнал. А, тоже не могу смотреть. Ну ладно, сейчас я его. Я сейчас тоже его. Там, короче, кидается скилл на одного человека. Что этот человек должен сделать? Вот сейчас его линканут вам. Этот человек максимально... называется, Валик. Да, есть 5 секунд, чтобы добежать до пахлавана. Вы не до пахлавана добегаете, а там будет моб такой большой. Вы должны подбежать к этому мобу. Не к самому пахлавану впритык, а именно впритык к мобу. Чтобы Рэндж был на пахлаване. И этого человека задиспелит. На диспеле будет мавар. Все остальные не диспелят. Это так, на всякий случай. Это касается первой фазы. Дальше, это все, что нужно знать на первой фазе. Вот этот скилл вот по хвалану вынесли, вас задиспелили, вернулись в рейд, если вы милик вернулись. В милик зону, если РДшник в РДД зону. Далее, у босса 75%, начинается вторая фаза. Мы все должны будем забирать вот сюда на лед. Сюда на лед. На нас будут появляться духи такие. Этих духов обязательно ханты должны будут на пол на Юи. Юи забирает этих духов на себя. Ни один милик не бьет духа в лицо. Все бьют всегда сзади духов. Это перифаза идет. Всегда бьют сзади. И ни в коем случае под лицо не заходите. К пахлавану тоже не подходите. Он там сам все скажет. Когда мобы сдохнут, пахлавана задиспелите просто. Это вся перифаза. Бьем этих духов. Ханты, вы будете разбивать сферки. Будут лететь на нас такие сферки. Ни в коем случае также здесь больно очень бьет. Не выходите с льда. То есть вы должны стоять на краю. Ни в коем случае в центр не заходите. Стоите на льде и разбиваете сферки, чтобы ни одна сферка до нас не дошла. Если нужно будет помощь, я буду там смотреть, кого-нибудь еще назначу, кого-нибудь лока. Это касается перифазы. Потом начинает вот этот лед, который здесь, он начинает проваливаться вниз. Он начинает проваливаться, нам нужно будет всем забежать вот сюда внутрь. Но на нас будут лететь еще сферки. И в коем случае никто не бежит на эти сферки. То есть, вот, летят сферки, вы немножко вот в эту сторону побежали, там, допустим, вот за квадратом. Не бегите на сферки. И также, возможно, еще останется жив дух. Если он останется жив дух, тоже под лицо, тоже ни в коем случае к нему не бежите. Далее. Лич будет танчиться вначале в центре. Запомните, лича всегда бьете в спину. Все, что милики, что РДшники, всегда стоите в спине лича. Это начинается вторая фаза. Там две способности, которые нас интересуют. Первая способность, которая нас интересует, это вызов валькиры. Вызов валькиры. Несколько людей хватает валькира, они станятся, если что, они замедляются. Их замедляете, наша задача выбить людей. Мы выбиваем людей. Просто биф этих валькир. И второй момент. Будет вешаться осквернение на одного из людей. Вот это слушайте внимательно. Все люди, на кого вешается осквернение, выбегают вот сюда, на край вот этой каемки. Вот. На одного человека вешается череп. Этот человек выбегает всегда к обрыву. Что нужно сделать? На вас кидается такая лужа, ваша задача, как только эта лужа появилась, максимально быстро из нее выбежать. То есть есть блинк дали, есть боты какие-то ускоряющие, нажали боты. Ваша задача вынести эту лужу. Она удлиняется, когда вы находитесь в ней. И чем больше людей, тем быстрее она удлиняется. То есть, заметили, на кого-то кинулась лужа, подойди сюда как кто-нибудь, Вадим, ты. Вот, смотрите, на меня кинулся череп, Вадим без черепа. Я убежал в эту сторону, Вадим в другую. То есть ваша задача всегда в разные стороны разбежаться с черепом. Запомните это осквернение. То есть никогда не бегите рядом. И никогда не бегите на череп. Потому что это сразу вайп почти будет. И второй момент, запомните, лича бить всегда в спину. Это вся вторая фаза вальки и осквернение. То есть бьем тупо в спину, разбиваем валькир.
Дальше. Когда у босса 40%, начинается перифаза. Перифаза. Наша задача тоже подбежать на край. О, глюч. Все глюч? Нет, вот, да, ты на месте бегал. Ты лагаешь, ты на месте бегал. Ну, короче, я буду рассказывать дальше. Я завис, потому что. Этот. Дальше. Начинается перифаза на 40%. Нам тоже нужно будет забежать просто на край льда. И то же самое, убить трех духов. Ни в коем случае их не бьем в лицо, бьем всегда в спину. И разбиваем сферки, ханты на сферках. Три раза, три духа вылезло, начинается третья фаза. На третьей фазе. В третьей фазе то же самое, запомните, бьете всегда, всегда бьете лича в спину. Лича бьете в спину. Добавится еще одна способность к личу. У лича. Добавится еще одна способность. Добавится вот эта вот способность. Жатва душ. Жатва душ. Что она делает? Она забирает какого-то персонажа с собой в комнату. Этого персонажа обязательно нужно будет прохилить. Также в этой комнате будет такой дух. И будет утр бить этого духа. Ваша задача убить этого духа. Также он будет начинать кастовать каст. И задача сбить этот каст. Поэтому все хилы, все вообще, кто есть, достаньте обилку, которая сбивает каст. Стан там и так далее. Фир и так далее. А ты не путаешь целка? Там же комната, где духи будут все бегать должны, нет? Нет, это в ХМ. Короче, не отвлекай. Этот. Жатва душ скилл называется. Вот. Ваша задача убить, если вы РДДшник, убить этого духа, если вы хил, прохилить персонажа, который там, избить каст. Избить каст. Обязательно. И также, смотри, Пахован, ты тут? Тут я. А? Тут. Локом, по-моему, Фир там сбивает. Подскажите, вот, я локом не знаю. Ну, у каждого есть персонаж, который сбивает. Собака. Собаку надо вызвать и сбить. Вот кто-то более опытный, подскажите, я локом не знаю как. Лик, по идее, тоже должен. Лик поддержит, не работает. А, ну вот. Поэтому обязательно нужно будет сбить этот каст. Иначе вы повесите берсу на лича. И убить. Пахован, ты здесь, Паш? Да. Смотрите, начинается третья фаза. Мы будем всегда бить, вот, допустим, Коля будет танчить у обрыва здесь. Мы все всегда бьем лича в спину. Лича в спину. Паша, ты будешь стоять перед всеми нами и ловить духов. Потом вылетели духи новые, мы перебежали на другой край, вот сюда. Перебежали на другой край, тоже спрятались. Паша, ты тоже стоишь, ловишь духов перед всеми. Просто под прожимками, понятное дело. Также, ребята, там будет на третьей фазе тоже вешаться осквернение. План действий. Повесилось на какого-то из персонажей осквернение, только не слакайте. Он, допустим, убегает всегда в левую сторону или в правую, там, неважно. Весь остальной рейд от него. То есть запомните, вы всегда, главное, убегаете от человека. И все, этот человек побежал, вон, на него повесилось, начало уже разливаться и просто не останавливаясь побежал. Есть блинк, блинканулся, есть там ускорение, ускорился. Все, это весь босс. Он очень простой. Если просто я много рассказал, нужно один раз попробовать убить, кто не знает, и... Видите, что он просто... Вопрос, тут бьет сфера на перифазе, ну, АУЕшкой. Ну, тут от той цели, которую типа она выбрала. Я не помню. Да, бьют. Так же, да. Но это не приоритет. Кто шарит, короче, ребята, если видите, что вас бьет, сфера в вас идет, можете немного отбегать от рейда. ДД Флацкий. Ставь КБ, Вадим, ты бери. Войт, тоже помоги, возьми фласки, возьми СПД-шные, Вадим, возьми ДД-шные, кто там еще может взять, а больше никто. На, Юра, тебе еще тоже возможность. Юра, Ренессанс, тоже возьми ДД-шные. Сапроты кому-то нужны будут? Никому он не нужен, Степан поможет только дать сапроты. Я тогда их закину назад. Все, бери. Войтер, ДД-шная.
Я глючу очень сильно. У меня зависает на 5 секунд 10, потом развисает, и все так как очень быстро идет. Я не знаю. Уже так все время на минут 10. Ну тогда иди на замену, Саня, Сосун, ты здесь? Саня, Сосун. Тут. Заходи, попробуем. Тебе я уверен. Выйду обмен за СПД, давайте. Выйду и определенно... А стой, все, разлагало уже. Все, тогда отбой. Отбой. Санечка. Без проблем. Все, у меня есть ровно правда, час. Да. Что, Петь? Ничего. А у тебя что там, херовое, так же все? А у меня больше, пяти человек на экране, все, у меня встает картинка. Бегаю в одиночку, блин, да. По миру, более-менее. Они что-то нам намучили, значит. Да, до меня канал какой-то очень узкий. Следующий здесь. Я это так чувствую. СПД фласки, про масло не забудьте обязательно тоже, БД нужен. СПД все взяли? Кому кидать ЖДД фласками? Майлику и Ренессанс. Не, ты мне не дал вроде. Я так вообще не дал возможность, ты можешь сам. А, дай другому. Я в этом перезайду лучше на всяк. Хорошо, давай, Кадама, ты. Бери с ГБ в паску. Нет, раздай. Всем. ДДшня. Остальные скинешь, да. Моя лига тут дует. Войда его определенно СПД кидайте обмен. Будь ласка. Кидайте, кому там надо. Ну, Юра, ты что, там заходишь или Сосуном? Да, гружусь уже. Я поменял эту хрень, типа, альтернативную эту. Тупо можно не буду глючить. Бля, хочу летел, блядь. Ну, почему он глючит, блядь? Да, личий. Но он легче, чем Синдра. О. Сейчас я еще прогружусь. Главное, запомните несколько правил. Всегда бьете в спину, осквернение... Разбегаетесь. Череп побежал в одну сторону, вы в другую. И когда череп на вас вешается, именно осквернение, обязательно не останавливайтесь. Бегите, пока я уже не закончится, пока вы с лужи не выберете. Изморский, ты уже взял фласку? Ой. Возьми ТД-шную фласку. Изморский. Алексис. Я ему давал. Все, готовность тогда. Найоми, Майлик, Будрейвен, Апокалипсис. Да, главное в комнате сбить каст и убить, либо прокилить. Но это важнее осквернение выносить. Ну, не менее важно осквернение выносить. Вы там, если не собьете каст, вы хоть скажите об этом, чтобы танки прожались. Там что, сложит танка сразу. Ну, под зубами, я думаю, нет. Все, лича, по КД бурстите, тупо лича играете на первой фазе. А на второй фазе валите приоритетом. Я не помню, можно еще звучить. Големом еще попробовать можно сбить. Он стан дает. Собак избивает. Все коты могут в мишке там стан есть. Кот один комбопоет количный сбивает. У кого-то шипит сильно. Че рарь я делал? Леня, дебей! Леня! На мне заражение было, я отходил. Блять, хуержение, ты как слушал? Вот он большой вылез моб, сейчас будет вешаться чума. И чуму надо будет вынести к большому мобу. Приготовились человек вынести. Леонид понес. Большому мобу быстрее. Диспел, Саня. Выбегай. Выбегай, дебей. Все. Семьдесят процентов следующая фаза.
Через 4 секунды чума, приготовьтесь наносить. Приготовились. Марсес. Большому, блин, диспел. Все, вынес. Все, все, иди, 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 за диспелем. Шнурки, блядь. Сука. Диспел. А, темнее еще вылетел еще. Ой, блядь. Ладно. Пошли, давай побьем, пока посмотрим. Так. Еще 10% фаза. Приготовились, чуму выносить. Из морски побежал. Убегай, убегай. Все, все. Саня, говори, когда заспойлил, потому что все, отвернись, ладно. Коля, ты сейчас с другой стороны, слева, если что, становишься, не танчишь. Духа пусть нет. Скоро еще одна чума. Приготовились. Будет. Возможно, не будет. Войт побежал. Все, все забежали на лед. Быстрее, быстрее. Хорошо. Все по духу играем. По духу, по духу. Как помогай. А, Юра, ты тут помогай, значит, по сферкам играть. Когда нет сферок, играешь тоже по духу. Делай так больше. Перекинул свой пять чума. Вот так что же пройдет. Кажется, не агрессивный. Некоторые люди первый раз. Пусть Кай без минусов. Темнее это вылетел. Ну, ты, Галя, не под лицо не заходи. Еще один дух, и скоро приготовьтесь, нужно будет забегать. Скоро будет добры. После духа. Мавар. Забираем. Иннер по Полинору из Морски. Приготовьтесь, скоро будет падать. Разбивайте сферы быстрее. Забежали все внутрь. На сферу только не бегите, сферу подбейте. Под дух, под лицо никто не идет. Кто там бегаете под лицом? Я забрал, я забрал. Все, добили дух и под жопу к плечу. Все под жопу. Стали. Скоро вальты, сыграли по вальтам. Подстаниваем их. Подстаниваем, замедляем, все играем по ним. Скоро осквернение будет, приготовьте. Человек с осквернением выбегает. Осквернение на Йоми побежало. Все, это смерть. Выбежали. Я тут пиздал. Мне не показало почему-то первое осквернение в ДБМе. У всех так было? Нет, у меня пока не было. Помоги себе заносить. У меня не было первого осквернения. Так ты именно сказал, оно как раз через 5 секунд и было. Ну, типа, мне что выбежать было ёбнуться. Ну, я не видел. У меня не было в ДБМе осквернения. Все, ладно. Встали и пошли заново. Нормально. Че, три вайпа ее режем, ИП? Да? Так уже не должно быть вайпа. Вот это вот осквернение. Что нужно делать? Просто бежать. И чтоб не было рядом человека никакого. Только реагируйте максимально быстро. Следите сами за собой. Что привело тебя сюда? Твои метки с чумой выносят. Ты подбежал и тут же сразу можешь отбегать. Смотрите, сейчас еще один момент расскажу. Побежали. Может, пусть сейчас не заходит уже? Темнеющий, ты зайдешь или нет? Да, сейчас захожу. Сейчас все зайдут, можно шкаф поставить. Ну, ё-моё. Бейте, 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 убьем ее. Так, не говорите, что не говорите, что это был Полинор. Мало. Да все уже. Но мне не показало осквернение первое. В ДБМе не было. Я просто так сказал, что скоро оно будет. Ну ты сказал, она и почти сразу его. Сейчас, ну ладно. Убьете или сдохнете? Мы там что-то сумоним. Ну, уже, наверное, сдыхать надо. Сдыхайте тогда. Лок есть здесь, Джанес поставит шкаф. Лучше не вставать, лучше, чтобы один скиллованный челик бежал, который в инвизе там, ничего, чтобы не агрить. А то ну и нахуй, каждый раз агрит. Я тебе просто вообще не понимаю, как можно ее заагрить, блин. Так, ну если заагри, просто, ну, сдохни. Тип еще побежал именно просто в толпу.
Убили бы ее уже давно и все. Так зачем ее убивать, если можно не убивать? ДПС не хватит убить, ты че, блядь? Хватит ДПС, если все будем бить. Я вообще-то пошутил. Бля, давайте быстрее, 40 минут осталось, и на работу надо бежать будет. Ставьте шкаф, погнали с умом снег. Джан, давай. Это была первая вообще фаза. И почти вы, кстати, почти всю вторую фазу увидели. Только осквернение неправильно вынесли мы. Третья фаза точно такая же, добавится только жнец душ. И все. И нужно 80 миллионов лечу снять, и он умирает. Она сейчас обратно полетит. Заражение убрать, ё просто простились. Обратно летит? Да. Нет, я имею в виду, я хочу, чтобы у меня не отображалось. Оно мне чему-то объявляет, а я не хочу. Блять, у меня сейчас только флоты экипиши из-за вальки, это пиздец. Да на вальке вайпаемся. Да ёбаный насос, ну кто? Вам сказали, не бегите, станьте нахрен. Лёня. Я думал пробегу, как бы, блять. Лёня, не думай, тебе это мешает. Так, темнеешься, ты сможешь играть или надо сосуна вместо тебя брать? Так что-то кикает. А, блядь. Всё, заходи. У меня вылазит то, что типа...